председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин определил порядок использования автотранспорта для депутатов Государственной Думы. Однозначно это должны быть российские модели, поэтому уже в этом году пересел на автомобиль «Лада», который обслуживает меня в рабочих поездках по работе по области. Считаю это правильно. Президент также поставил задачу, чтобы чиновники пересели на автомобили российского производства. Считаю это правильно. Это новые рабочие места, это укрепление промышленности и развитие автопрома для нашей страны.